Итак, сейчас на примере компакт 15 нашей коляски разберем один узел и посмотрим, как его отрегулировать, когда он не работает. Итак, вот этот узел, который является у нас защелкой. Вот. Иногда он не защелкивает. Сейчас мы его разберем и посмотрим, как он устроен внутри. Для этого нам понадобится ключ на 8 и звездочка на 15. Разбирается довольно-таки легко, откручивается по против часовой стрелки. У нас остается в руках гайка и шайба. Язычок. Теперь что мы делаем? Мы нажимаем и его вытаскиваем. Там будет пружина. Внутри мощная пружина и вот такой вот небольшой блок, который блокирует в алюминиевом корпусе защелку. Промажем его фиксатором резьбы. Ставим обратно в посадочное место. Ну и соответственно прикрутим. Все назад. Отставляем шайбу. И наживляем гайку. Прижимаем и закручиваем. Наживляем. Вот он, наш стопор работает. Закручиваем. Посильнее. По часовой. Итак, если мы его перекрутим, то у нас защелкиваться не будет. Для того, чтобы защелкивалось нормально, нужно против часовой, придерживая гайку, откручивать. Для того, чтобы здесь стопор характерно выпирал. Правильно блокировал. Теперь, когда мы защелкнули, ручка у нас стоит жестко и не шевелится. Ну а теперь самое интересное. Мы его перекрутим в неправильное положение, когда блокировка у нас будет соскакивать. Ну, вот, собственно говоря, когда он у нас сильно перекручен, ну то есть затянут до максимума, то фиксация не происходит и ручка просто болтается в свободном полете. Это может быть по двум причинам. Либо отсутствие самой пружины внутри, либо она сломана. Вот, поэтому здесь нужно, в данном случае пружина у нас есть, пружина рабочая, нужно просто отпустить так, чтобы язычок стопора, он
вернее, не язычок, а сам стопор выпирал и фиксировался вот в этом отверстии.